что тут делаете? Как же вы такое могли? Я только на минуту отвернулся! И не думайте, что если мы в очках и так далее. Дружище, что за базар происходит? Что за херня? Что тут происходит такое? Это, блин, ну, доливает какую-то штуку. А что делает? Кто отвалится, да? Как жить-то? Это же вообще бардак! Вату-то нельзя положить, что тут людям-то не живется. Это 40 лет на стройке! Что делается? Вы посмотрите на это! Что, вату нельзя положить, что ли? Зачем вот это все происходит? Как же вы такое могли? Я только на минуту отвернулся! Это же сколько денег-то сюда закопано! Дадута, запенено! Вы посмотрите на это! Можно же было как всем нормальным людям напихать сюда вату. Напихать вату и жить, ни забот, ни бед. Нет, ну это что такое? Ну куда люди-то глядят? Глаза-то у них зачем? Дайте мне этого очкарика сюда! Бегом! Очкарика мне! Очкарика! Очкарик! Вон! Здесь! А ведь инженера обидеть может каждый. Давайте попробуем разобраться, что же здесь происходит, пока мой коллега отдыхает внизу. Друзья мои, сейчас я попробую ответить на пару вопросов, которые очень нелепо задал мой друг с густыми бровями. Он настаивал, что мы здесь должны утеплить ватой. Ватой, вы посмотрите на эту конструкцию. Иди сюда. И не думайте, что если мы в очках и так далее. И тому подобное. Куда он хочет здесь запихнуть вату, скажите мне, куда? Проем 1.20 м. Мы как вату будем класть? Вот так? Где там мой чернобровый друг? Иди сюда, иди, чернобровый. Как сюда вату положишь? Расстояние. Снимай. Ты перечитал книжку «Гулливер в стране великанов»? Ты думаешь, здесь вата великанская? Уважаемый, не мусорьте, пожалуйста, тут. Человеки работают. Уважаемый, вы, помнится, здесь шороху наводили, что дела не делаются неверные. Позвольте мне, пожалуйста. Может быть, так попробуем? Пойдем расскажу, почему нельзя твои технологии старые, допотопные. Пожалуйста. У вас уст отклеился. Отлично. To be or not to be. Друзья, я понял одну вещь. Одну важную штуку. Нет ничего более поучительнее, чем хорошего. Я. А ведь дело, говорят мужики. Ни дырок, ни щелок. Но часто понимаем мы после того, как получим себе на шею очень много неприятностей в виде ремонта, переделки наших домов. Эх. Опять усоклеился.